Специальный детский сад для детей с расстройствами аутистического спектра «Мы вместе» Казанского федерального университета распахнул свои двери для воспитанников совсем недавно, в сентябре 2021 года. Здесь созданы все условия для социализации психологической поддержки и организации комплексного процесса обучения детей с расстройством аутистического спектра. На базе детского сада также функционирует центр сопровождения семьи. Здесь проводят консультации с родителями, оказывают психологическую поддержку, логопедическую, дефектологическую и иную помощь детям с расстройством аутистического спектра. Те дети, которые не попали в детский сад, они проходят обучение в нашем центре. Они посещают центр 2 раза в неделю в течение часа. За это время они получают индивидуальные занятия у учителя-логопеда и учителя-дефектолога. За время проведения этих занятий родители, которые их ожидают, они получают психологическую помощь с педагогом-психологом. Напомним, детский сад был признан федеральной инновационной площадкой по теме «Разработка и реализация адаптивной основной образовательной программы дошкольного образования детей с расстройством аутистического спектра». Это позволяет использовать широкий спектр передовых технологий, разработок, исследований, направленных на всестороннее развитие ребенка. Ребенок стал лучше себя вести. Поведение намного лучше стало, какие-то слова проявляются. Прогнозируют то, что все будет хорошо. Мы только на это надеемся. Результат, конечно, есть. Она смотрит в глаза. Раньше вообще не смотрела. Я этим садиком очень довольна. Ребенок очень хорошо ходит. Ну, тоже довольный. С удовольствием ходим. В детском саду «Мы вместе» педагоги очень трепетно относятся ко всем детям, находят индивидуальный подход. К организации каждого мероприятия подходят с творческим энтузиазмом. К примеру, совсем недавно был организован национальный татарский праздник «Сабантуй». Педагоги детского сада познакомили детей с народным праздником, играми и танцами. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз.